короче, юбку покороче. Дело к ночи. Это ж не поздоровалась. Сегодня Аля будет пытаться повторить вот этот вот макияж. Работа, ням! Ебаш! Ебаш! Альбина, ебаш! Скульптинг. Закрою глаза за рулем Мерседес. Аля, я чувствую, ты зашла за зону досягаемости. Хоть что-то сделай красиво. Брови надо делать толстые, потому что как все, вот это было худо. Вот, вот так у нас девчонки любят выводить бровки. Ты же не так делают одни шмары, вы же не шмары у нас. Но. А ты эти бровки делай не одинаковые. О, нет! Останьте сюда. Ты куда без нижних? Без нижних? Давай сегодня без нижних. Фу, я чувствую твои слюни. Да открой ты рот, что ты боишься? Открывай шире, шире. Мальчики любят пошире. Я просто хочу вызвать пиковую даму и мотикливого гномика. Уже наступила кровавая луна. Сегодня нужно платить за коммуналку. Кажется, она пришла. Руанок! Над нашим дистриктом снова нависла черная туча. Объявляю ежегодные 11-е голодные игры открытыми. Кто-то съел мой бургер. Я смотрела Ривердейл, и я смогу раскрыть эту тайну. Я готова смотреть семейку Кардашьян. Ну, копия Ким. На сайт двойников скину. Знаете, на моем экзамене никто не сможет списать. А ну-ка, станьте все кучнее, я вас в инсту хочу закинуть. Резкое повышение цен на товары в связи с ростом. Так, кто списывал? Итак, сегодня мы будем говорить с вами о творчестве легендарного исполнителя Егора Крида. Он такой сосный. Голову ты дома не забыл? Всегда мечтала это сказать. Останешься на второй год. Родителей вызову. Так, быстро принеси мне свой дневник. Если будете разговаривать на уроках, отсядете. Вы самый худший выпуск за все мои годы преподавания. Not enough for me, not enough for me. Not enough for me, baby, not enough for me. Эй, дай списать. Самые вирусные треки Рунета. Просто позвони Алене. Алена даст. Алена даст. Барбара Стрейсон. До свидания. Хотел помериться хуями с новой школы, а оказалось хуй то маленький король голый. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 오빤 강남스타일. Gangnam Style. 오, 오. Плоды превышают уровень производительности. А также в нем есть Face ID. Алло, ну чё, вышел покупай? Ты понимаешь, это самый древний телефон. Ему уже год. Да ладно, 8-й айфон? They ask you how you are. Ах, сука, 8-й айфон. Ты думаешь, что это iPhone 6? Это iPhone 6. Прикинь, в нем будет смайлик грустной какашки. Иди сюда, здесь Вилсаком загоняется новый айфон. Я вот лучше за эти деньги куплю себе нормальный такой вот Samsung. А сколько новый айфон стоит? Сука, дорого. Oh my gosh.
Да ладно, серьезно? Ну, зато завтра в школу не пойду. Я буду сражаться. Вингардиум Левиоса. Левиоса, а не Левиоса. Да? Странная была булочка с грибами. Нет, ты первый. Ты что там охренел? Зай, у меня сегодня такой сложный день был. Сначала я пришла в салон. А потом она говорит, что ты говоришь, что ты мне все говоришь. Swish, swish, bish. Привет, Зай. Начнем? Сейчас я сниму платьице. Ты меня слышишь? Алло, ты меня видишь? Алло, Зай, тебе сейчас через минуту зазвонит будильник. Ты умылся? Ты покушал? А что ты покушал? Сейчас погода очень обманчивая. Я тебя прошу, надень шапочку. Алло, ты с пацанами? А баба там есть? Если тебя не будет через минуту, я беру сумку и уезжаю к маме. Ты мой зайчик. Ты мой котеночек. Ты мой пупуська. Ты мое солнышко. В смысле, хрюшка? В смысле? Это карта. Нет. Это карта? Нет. Это карта? Нет. Сука. The big bad wolf. The big bad wolf. А это тебе на погоны. Вековая дама. Это не к добру. Ребята, играем в мафию. В этой игре главное не спалиться. The big bad wolf. Зая, давай это, в карты на раздевание тут поиграем. Давай. Только я в карты, ну, вообще играть не могу. Зай, у тебя одни носки остались. Может, во что-то другое поиграем? Рыба! Май, это не та игра. Я вообще в карты играть не умею. This, что? Новичкам везет. Пошел ты в жопу! И не звони мне больше! Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость. Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Всем привет. Что-то такое. Если у вас возникли вопросы по поводу моего макияжа, то оставьте их при себе. Есть такая фраза: у меня даже слов нет, чтобы выразить свои эмоции. Я нашла ту самую фразу, которая подойдет ко всем ситуациям в жизни. В смысле? Вот реально, эта фраза подходит под все. Бросил парень. В смысле? Отчислили с университета. В смысле? Наряд Бузовой на премии Music Box. В смысле? Задержка. В смысле? Повышение цен на метро. В смысле? У бывшего новая красивая девушка. Вот сука. Закончилась память на телефоне. В смысле? Лагает инста. В смысле? Украли пришельцы. В смысле? Смотрите, вся тоналка здесь осталась. Ты не поставил этому видео лайк и не подписался? В смысле? Если вы хотите увидеть следующее видео... опять я так говорю. What the fuck? Шо? Стрела, пробивает ритм стену, вот-вот оделанный свежак. Сафари, хищницы на этой паре. Не дай им в этих джунглях себя обставить. Самый редкий вид, но самый худший браконьер. Спорим, она вместит себе в глотку револьвер. Спорим, что ты больше не покинешь этот...